И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Нетро. И сегодня я буду играть с Серой. Ну, конечно, она меня опять не слышит, но ничего. И мы будем проходить карту. Не знаю, как, конечно, как она называется, может, напишу в описании. Но пока не знаю. Так. Переключаем. И на всякий случай сделаю вот. А, нет, все сделано, так что. Все, я пошел проходить паркур, короче. Так, тут ничего не понятно. Так, а ну-ка, сейчас туда попрыгаю. Ага, я горю. Спасите. Ну ладно. Я возродился туда. Я решил поплавать в лаве. Я крутой. Я могу в лаве. Еще один решил поплавать в лаве. Да, я так понимаю, я не допрыгну. Я знал, что я туда не допрыгну. Так, что там есть наверху? Ну что вопрос? Хотя ладно. Прыгаем сюда. Допрыгнул. Так, теперь прыгаем сюда. Сюда. Вот сюда. Вон туда есть. Так, ребята, помогите мне своими лайками. Ну почему вы лайки не поставили? Поставьте, пожалуйста, лайки, и я смогу пройти этот паркур. Так, сюда лучше подать. Сюда. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да что же это? Не. Я погиб опять. Ну почему? То он сейчас паркур грёбаный пройдет. Нечестно. Несправедливо. Почему он должен проходить его, а я нет? А я должен тут торчать. Нет, 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 нет. То он уже прошел паркур. Упади. Упади. Ребята, я ну. Я вам говорю, я ну. Видите, я не могу уже паркур проходить. Я не знаю, почему такое происходит, но я его пройти не могу. Сюда тогда прыгаем. Теперь туда. Вот сюда. Сюда. Не спеша проходим. Так, теперь надо туда прыгать. Нет, нет. Ха-ха, ребята, почему я такой нубас? Он уже давно прошел этот паркур, а я тут мучаюсь и мучаюсь этим грёбаным паркуром. Сразу туда прыгаем, сюда. Блин, зачем я сюда прыгал? Сначала надо вот сюда. Фух. Так, лучше туда прыгну. То еще упаду. Аккуратненько. Опа. Ура! Аллилуйя. Тут я прошел. Так, сюда. А куда он идет? Он меня, что ли, ждет? Зачем? Есть. Я вижу, что ты мне показываешь. Не дай бог, я сейчас свалюсь. Фу. Я знаю, куда надо. Опа. Ха-ха, я прошел. Ах ты ж. Пошли дальше. Все. Ай, блин. Что за... Ой, подождите-ка, я сделаю ночь, чтобы мы могли поспать. Что он там клацает? А. Давай все спать. Все, мы поспали. Ха, я уже
Так, надо угадать пароль. Ну-ка попробуем все рычаги опустить. Не, не сработало. Теперь вот так вот поднимем их. Не работает. Да, эти попускаем. Не работает. Что ты на меня смотришь? Так, так. Так. Так, подожди. Ты что ты делаешь? Понял, у нас как открыть. Сейчас посмотрим. Ну и. Понял. Давай, понял. Думал он. Как же это проходится? Все, буду так просто классать и все, и все. Харик, может, хакер? Ну как это открывается? Ой, да, читак. Ладно. Тинтиран. Погнали. Раз, два, три. Хопа. Аллилуйя. Я пошел. Твою мать. Крутяк. Все просто разломали. В таком случае придется делать вот так. Иди сюда. Я не тут делаю. Иди сюда. Все, погнали спать. Сейчас. Нет, не полдень. А полночь. Че там сундуки постоянно смотрят? Хлебушек. Хлебушек, нужен хлебушек. Возьмем хлебушек. Погнали дальше. Лабиринт. Ну, я напишу. Он, конечно, знает. Но все равно напишу. Лабиринт. Он сейчас напишет, я знаю. Так, ищем правильный выход. Так. Сейчас бегу полностью этот лабиринтик. Тут прохода нету, как я вижу. Да что такое? Почему он постоянно находит? Почему я не могу найти? Нет, он первый находит. Ну, сейчас я найду тоже. Что ты нашел? Оу.
Ну и как мы это все поделим? Так, ну я возьму, пожалуй, шлем. Все, мне больше ничего не надо. Ага. Что он делает? Что он делает? Ты сундук нашел. Сколько меч? Этот 6, а этот 5. Ну ладно. Что? Ай! Ты чё, кирку сломал? Ну, красава. А, не, не кирку. Что он сломал? Ну, возьму еще этот меч. Да что же такое, ломают все подряд. Так, все, я пошел искать выход. Ну, именно. Настоящий выход. Опа, что-то я нашел. Там какие-то ступеньки. Я нашел. Иди сюда. Моя очередь. Ну, понятно. Читак. Сломаю все подряд. Не. Еще один лабиринт. Не. Не читери. О, нет, еще тут. Да, сейчас окей написал. На самом деле сейчас все будет крушить на своем пути. Так. Куда же мне... Что ты тут забыл? Что-то выход еще. Ты бегаешь. Ну ладно, он тоже выход ищет. Не, тупик. Это невозможно. Так, это... Нет, тут уже был. Пойдем сюда. О, про это. Мы с тобой встретимся. Ну, серьезно, вниз собирался пойти. Ладно. Пойдем в самый край. Я знаю, что мне это даст. Идем сюда. Ничего не найду. Пойду сюда. Куда мне идти так? Да почему я постоянно с ним встречаюсь? Тупик, как я вижу. А где нет тупик? Тут мы уже были вроде как. Или нет? Пик, да что же это такое? Да почему ты за мной ходишь? Блин, я вышел сюда. Я выйду, короче, вот сюда. Тоже был. Сколько я помню. Да не ходи же ты за мной. Ходит и ходит. Ходит и ходит. Ходит и ходит. Да, я кругами хожу. Ну, вообще уже. Еще нормально. Ищем, ищем выход. Ребята, я не могу найти этот тут мы... Не, ну я могу тут походить, но ну, тут мы были уже точно. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Почему мне так залагало? О, все, нормально.
Да что же это такое? Лагает. Подлагала. Нет, я не хочу сейчас. Я слышу пауков. Я понял, что уже что-то там. Сообщение опять какое-то пришло. Че напишу? Смотри, какой я профессионал. Нашел. Иди сюда. Нет. Братан. Как мне тебя теперь найти? А, ну понятно. Обязательно надо будет учитель. Сука, опять ничего нету. Делаем ночь и ложимся спать. Он лежит. Все, погнали дальше. Да блин, мне из-за тебя ничего не видно. Раз, два, три. Ха! Я умер. Нет, почему я тут возрождаюсь? Давайте сломаю чёрт в бок. Сдохните, замки. Прям пум-пум-пум. Извини, братан. Скрыт, сдохни. Убиваем этих зомбаков. Там еще полно этих. Скелет один на. Ура! В атаку! Фу, ребята, я чуть не вышел. О, я на кровать попал. Как слайм. А, в алмазном нагруднике? Ты чё, зомбак? Извини, братан. Без обид. Я сейчас сдохну, я сейчас сдохну, я сейчас сдохну. Сдохну, 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 сдохну. А, всех убьет, тварь. Говорю, всех убью. Кто меня бьет? Сейчас, Вилли. Фу. Чё, мёртвый? Сули или нахер? Сули или нахер? Дурацкие слаймы. Всё. Шли вон. О. Куда он? Чё ты там бегаешь? О, они не спавнятся? Твою ж, зачем я это сделал? Блин, я сдох. Ну, красава. Молодец. Молодец, Нетр, молодец. Братан, я иду тебя спасать. Хотя уже не надо тебя спасать. Последний. Все, он всех поубивал? Чё за хрень? Они не хотят спавниться. Ну ладно. Не хотят, так не хотят. Я это не пущу. Твою ж.
Ха-ха, его убили. Иди сюда, паскуда. Иди сюда. Попался. Дурацкий. Че не работает? Никого дождя. Че, паркур пошел проходить? Ты вот там мощный. Он что-то открыл. Ой, что открылось? Себе к себе принести. Вот. Продолжим в следующей серии. Мою броньку сломали. Ок. Короче. Все, ребята, извините, но мы прощаемся. На этом видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не забывать смотреть мои новые видосы. Ну, с вами был Нета. Всем удачного просмотра, всем удачи и всем пока.